Сейчас я Матвей прогреюсь чуть-чуть, муравья поснимаю. Потыкай его палочкой, а то он не живой. Во-во-во-во, бля, я его не вижу. Стой, 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 не надо, он резкий, как понос. Не гони его на свет. Он прыгает, смотри, блядь. Ну вот где вы живете, там, блядь. А, да, такая, блядь, там правее. Лошадь, блядь. А, да, видите. Порно стар, и губы, блядь, такие у него, блядь, здоровые, блядь. И лошадь, сама, да? Блядь, лоб. Ее можно. Видишь, черный жук сваливает. Копается. Хуя, он там кого-то захуячил. Вон он, смотри, охотится. Да, да, да. Ты что там делаешь? Снимай, как муравей какого-то таракана жрет. Муравей, видишь, какой большой. Реально, он полз под ночью. С полэкрана, ёпта. С полэкрана? Ну вот. Ну что там, там драк идет? Ну типа того, там вон пытается мелкий удрать от него. Но это пока притаился. Мол, записывай без звука. Знаешь, что надо будет сделать? Положить деньги тебе на телефон и позвонить нам. Да хули толку с этих денег, если, блядь, это звонит. Вот у меня сейчас смс тебе пришли сегодня. Наладили связь. Что да, один день ловит, один день не ловит. А президент приезжал, наверное, все выключали. Все равно, наверное, бабушка. А, давай, да, скажи номер, позвони мне на телефон. Да? Да, занят. Хватит хуйней заниматься.